Построение, приветственное слово и полная готовность. На стадионе больше 30 команд. Турнир по дворовому футболу прошел в Химках. Собрались новички в игре с мячом и те, кто не первый год вступает в схватку на поле. Саша Дагадин – капитан команды Мальдивы. Для него и ребят это уже традиция. Каждый чемпионат они в списках участников. Профессионально не занимался никогда, только любительский футбол. И всегда в Химках уже на протяжении лет 5 играем и на турниры, и в лигах химкинских участвуем. Возраст здесь не важен. Ребятам от 14 лет и до 25 формируют команды сами участники, так что вполне может встретиться противостояние опыта и молодости. Очень легко забраться на Олимп, очень тяжело там удержаться. Соответственно, здесь очень серьезная конкуренция. Трудно говорить, кто даже сильнее в этой ситуации, потому что не всегда опыт может поспорить с молодостью и наоборот. Провели турнир в рамках проекта «Лаборатория возможностей». В организации помогла администрация Химок. Поспособствовали в качестве организации. Мы рады, что такое количество участников пришло и приняло участие сейчас. То есть 32 команды соревнуются между собой, и мы надеемся на то, что победит сильнейший. По итогам матчей победителем признали команду «Телеги», одолевшую в финале соперника «Абордаж». Заслуженную бронзу взяла команда «Формат».